И к другим новостям. Вчера в городском дворце культуры состоялась отчетная конференция Харцизского отделения общественного движения «Донецкая республика». Говорили активисты ОДДР о результатах и достижениях в своей работе за прошедший год, обсудили и перспективные планы на предстоящий период. В работе третьей итоговой отчетной конференции приняли участие лидеры первичных ячеек Харцизского отделения общественной организации. Люди разных профессий и возрастов, которых сегодня объединяет одна цель – становление и развитие республики. И ряды единомышленников продолжают расти. За минувший год списочный состав первичек пополнили более 800 харцизян, преимущественно сотрудников градообразующих предприятий, перешедших под внешнее управление. Мы расширили свои ряды членов общественного движения местного отделения. Нас стало больше на 815 человек, и уже нас насчитывается более 4000. На 2018 год мы ставим себе не менее амбициозные цели. Мы рассчитываем, что к нам присоединится еще как минимум 1500 человек. Это сотрудники наших градообразующих предприятий. За минувшие 12 месяцев силами городского отделения общественного движения Донецкая республика были организованы и проведены около 300 мероприятий. В 2017-м в работу харцизской команды ОДДР активно включились и сотрудники ХТЗ. Победа нашей команды в игре КВН трубного завода – это, конечно, было огромное достижение. Мы хотели бы поблагодарить, безусловно, первичную организацию за такую качественную подготовку, отдел культуры, который приложил огромные усилия для того, чтобы ребята могли себя показать с очень хорошей стороны. Были проведены 2 турслета. Огромное спасибо всем, кто принимал участие, кто готовился к этим мероприятиям. Я думаю, что эту традицию мы будем поддерживать и в дальнейшем, и будем проводить такие же турслеты. Хотелось бы поблагодарить боевое братство Сержика Егоровича Мхияна в его лице и всю его организацию за открытие памятных досок, за память нашим воинам, погибшим ребятам, которые положили свои жизни ради нашего будущего. По-прежнему остается востребованной харцизянами работа общественной приемной ОДДР. В 2017 году было проведено 30 приемов граждан руководящим составом различных министерств и ведомств ДНР. Более 2 десятков встреч с депутатами Народного совета Станиславом Шапошниковым и Владимиром Бедевкой. На сотни вопросов харцизян ответил исполняющий обязанности главы горадминистрации Александр Левченко. Я думаю, что и здесь у нас работы, во-первых, станет больше, ну а что немаловажно, мы рассчитываем, что и окажем помощь гораздо большему количеству граждан нашего города, обращаются с различными вопросами, это и жилищно-коммунального характера вопросы, это и социального характера вопросы. И, кроме того, нам помогают отрабатывать эти проблемы, решать эти проблемы, и присутствующие на приемах, кроме администрации города, еще и депутаты Народного совета, фракции общественного движения Донецкая республика, министерский корпус. За весомый вклад в развитие общественного движения Донецкая республика благодарственными грамотами были отмечены 10 активистов организации. Первички нашего города, по крайней мере, я не думаю, что многим отличаются от первичных организаций других городов республики, но тем не менее, хотелось бы отметить, это и ответственный, добросовестный подход, и, кроме всего прочего, это идея, это фонтанирование идеями, вот чем наш город и отличается. Очень много проектов, которые исходят непосредственно, не пишет их руководство общественного движения, либо руководство города. Это работа непосредственно первичных организаций нашего города. Что же касается планов, то в 2018 году в Харцизском отделении общественного движения Донецкая республика намерены продолжить проведение уроков политической грамотности для секретарей первичных, а также внедрить новые занятия по этике и эстетике, истории, психологии и менеджменту.